Здравствуйте, мне очень приятно быть здесь с вами, и особенно в этом городе, который я очень люблю. Меня связывает многое с этим городом. Несколько раз я был на гастролях у вас, снимался у вас на Ленфильме и так далее, и так далее. Вот я слышал, когда я зашел сейчас, слышал, какого года фильм, когда выпустили этот фильм. Этот фильм выпустили при Советском Союзе. Был тогда Советский Союз. Во всяком случае, мы снимали, когда был Советский Союз. Мы начали снимать этот фильм в 83-м году. Закончили в 84-м. Фильм был уже готов в 84-м году. Но оно лежало потом. Вот случилось. Я не слышал. Где были съемки проходили? Съемки проходили в городе Батуми и в Тбилиси. В 86-м году, если я не ошибаюсь, точно не помню, октябрь или ноябрь, была премьера фильма, показ фильма в Москве в Доме кино. А в январе 87-го года была премьера фильма. В 87-м же году мы были уже на Каннском кинофестивале этим фильмом. Фильм взял там 3 приза. Один приз, значит, спецгран-при жюри, приз Фипресси и... как она третья называлась, по-моему, при всей христианской церкви. Что я еще могу... Если у вас есть какие-то вопросы, я могу ответить. Скажите, пожалуйста, к какому жанру относится? Плохо слышно. К какому жанру фильм относится? К какому жанру фильм относится? Я не... Царство Небесное режиссера уже нет в живых, но к какому жанру относится? Может быть, давайте мы с вами скажем так, фантасмагория. Притча. Если можно громче. Притча. Что? Притча. Притча, да. Притча, фантасмагория, не знаю. Фамилия актера, который вот сейчас, вот в конце фильма, отца сыграл, который мальчик застрелился. Как фамилия? Да. Отца кто играет? Ну вот сейчас, вот в конце фильма, в котором мальчик внука застрелил, внук застрелился. А внука кто играет? Нет. Отца. Отец, который. Его вот. Отца. Вот. Его отца играли я. Я его и дедушка, я... Аплодирую. Большое вам спасибо за этот вопрос, потому что если вы... Что? Шикарный вопрос. Да, шикарный вопрос, потому что если вы не поняли, что один и тот же актер играет эти две роли, и отца, и сына, спасибо за это. Я вас слушаю. Так, вот у нас теперь есть микрофон для зала. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо большое за этот фильм. Когда я его смотрела в то время, когда он только вышел, ну, не мне одной, наверное, казалось, что это о прошлом. Но как все гениальное, ваш фильм гениальный. Спасибо. Вот сегодня я поняла, что это о сегодняшнем дне. К сожалению. К сожалению. И грузинский народ, вот он настолько велик, настолько он...
Но это гордая нация. И она смогла создать вот этот фильм, который, не дай бог, к сожалению, будет на все наши времена. Но надо, чтобы каждый из нас, если оно в нем есть, выдавливал. Когда беспримерная какая-то злоба, жестокость, подобострастие к вышестоящим приводили к тому, что гибнут миллионы, страдают миллионы. И не получается ничего хорошего. Еще раз огромное спасибо за этот фильм. Спасибо большое. Больше нечего сказать. Спасибо большое. Я могу сказать, что когда мы снимали этот фильм, многие, по-моему, в душе смеялись над нами. Наверное, потому что никто не думал, что этот фильм убедит зрителей. Это большая история, как она случилась, что случилось, как вышел этот фильм, как его показали, к тому же показали во всем мире тоже. Во всем мире можно было показать, но в Советском Союзе как это было, никто не верил в это. Я могу вам сказать одно. Вот об этом я лично, когда работал, не думал абсолютно. Для меня было главное, чтобы это сыграть на высоком профессиональном уровне. А потом, что будет, это не от меня зависело, не от нас зависело. Так что мы отдали все этой картине. Я помню те года, несмотря на то, что это давным-давно было, я же вам сказал, в 83-м году мы начали съемки этого фильма, 34 года тому назад. И помню, какая была и отдача, и радость каждой находки, когда мы находили что-то, когда решали что-то, когда репетировали, когда творили, когда вся группа была одной целью охвачена как-то, понимаете? Поверьте мне, это было счастье, я участник этого счастья. Добрый вечер, спасибо вам огромное. У меня такой вопрос. Вы когда репетировали эти две очень трудные роли, очень многогранные роли, очень сложные роли, как они меняли, может быть, ваше восприятие прошлого, ваше понимание происходящего и, может быть, попытка понять, почему эти люди такие. И, может быть, где-то даже, простить их, попытаться принять это прошлое, понять, что мы все равно оттуда, что мы с этим связаны. И вот не просто злоба, неприятие, вот как это вас поменяло ли это вас? Что это вас изменило? Спасибо. Не дай Бог, чтобы это поменяло. Если оно поменяло меня. Знаете, сейчас юмором я говорю, конечно, но... Вот я говорил вам сейчас минут тому назад, ни о чем я не думал, кроме того, чтобы сыграть ту или иную сцену, целиком образ, и не один там, и отца, и сына. Я всегда думал, что этот сын, как высказаться, я даже не знаю, не хочу плохое слово сказать, но если мягко сказать, она страшнее, потому что этот сын, это сегодняшний, в то время был сегодняшний день,
А отец это можно было решать по-разному еще там. А то, что вы не спросили про меня, поменял меня там внутренне, как человека, как личность, мне и так далее. Я не вас имела в виду, а вот ваше понимание произошедшего, более какая-то общая картина всего. Это же все равно погружение более глубокое. Да, понятно, о чем вы говорите. Я думал, что вы мне говорили, потому что часто это спрашивают вас. Да, актер меняет роль или не меняет внутренний, но это вы о другом говорите. Нет, поменялось, знаете, в чем дело? Я тот период вообще не помню. И к тому же те страшные годы в моей семье и моих близких не коснулись с Божьей помощью. Но у меня же есть видение, да, у каждого из нас есть видение того, как ты чувствуешь, что было, что творилось. Мы тоже, ни один из нас, наверное, в зале, мы не пережили блокаду, но мы же знаем, что творилось в этом городе. И уже у нас тоже есть понятие, что творилось. Вот. Вчера мне рассказывали какие-то страшные вещи о блокаде, понимаете. Я чуть с ума не сошел вчера. Каждая фраза, каждое сказанное что-то, когда ты слышишь это, внутри тебя это бурлит, и думаешь, что, не знаю, вообще надо жить на этом свете или нет вообще. Но оно что может поменять? Нет, вот единственное, просто мы верующие люди, православные люди, молимся все время. Сейчас Дени Грузинского кино в Петербурге, и у нас было фантастическое название, заголовок этого нашего проекта. Два народа, одна вера. Вот фантастическое название, поэтому я говорю православные люди, не дай Бог, чтобы она что-то поменяла, и не дай Бог, чтобы мы еще оказались вот в этой страшной ситуации, что пережили наши предки. Единственное, я вот это могу вам сказать. Еще, если есть какие-то вопросы, еще я могу. Вы можете хотя бы в паре слов описать, что происходит сейчас в грузинском кино? В грузинском кино сейчас, после какой-то паузы, и эта пауза была не только в грузинском кино, это было и в России. И на постсоветском пространстве везде, по-моему. Сейчас, вот в последние годы, бум! Грузия опять начала снимать фильм. Вот только что я снялся в новом фильме «Резок Гениешвили. Заложенный». Это, который уже получил за лучшую режиссуру там в Сочи, за лучшую операторскую работу. Фильм приняли очень хорошо и на Берлинале, на Берлинском кинофестивале. В прошлом году грузинская картина была представлена среди пяти соискателей «Оскара». И так далее, и так далее. Молодые абсолютно режиссеры, актеры, которые очень талантливые люди, по-моему. И мне сейчас я сыграл даже только что закончилась съемки в дебютном фильме одного режиссера Урушадзе. Много-много-много чего творится сейчас в Тбилиси. И еще у меня лично есть большие проекты в
впереди. Проект сейчас, который лежит, просто я пока не могу сказать, потому что оно не решен, этот вопрос, до конца. Но если, слава Богу, с Божьей помощью это случится, может быть, в будущем году я перед вами предстану еще новой работой. Спасибо. Вот костюмы, великолепные костюмы, в итальянском стиле все. Вот современная Италия, вот с конца 19 века, в таких костюмах хотела. Как мог великолепно так продумать костюмы в 83-м году ваш художник? В этом есть, это может... Точнее, может ответить на этот художник, который у нас был великолепный, ну, фантастический художник и режиссер, который решили это все. Но эти костюмы тоже придуманы, понимаете? Весь фильм, в том ключе, вот мы говорили о притче, о фантасмагории, понимаете? И костюмы здесь входят. По-моему, это все решено как-то... Ну и цельность в этом есть. Я так думаю, я так чувствую. А вот мой костюм отдельно, вот мне часто спрашивают, кого вы там играете? Берия, в первую очередь, говорят, Муссолини, Сталина, никого я. Ни одного из них. Это не конкретный образ. Это собирательный образ. Это мое вместе с режиссером, вместе с сценаристами, вместе с оператором, вместе с целой группой. Это портрет какого-то тирана. Собирательный образ. Тирана. Да. Ну вот, образ, я не до конца услышал ваш, что вы сказали? Собирательный образ. Собирательный образ тирана, да. Вот об этом я и говорю. Собирательный образ. Тираны бывают фантастически талантливыми. Почему он так поет? Почему он так разбирается в живописи? Почему он может говорить и наизусть знать Шекспира, сонет Гамлета и так далее, понимаете? Какие там, во всяком случае, я и режиссер, я всегда говорю режиссер, потому что отдельно актер, по-моему, глубокому везению, ничего не делает. Это все решается вместе с режиссером. Актер делает образ вместе с режиссером. Режиссер делает произведение. Актер произведение не может сделать. Актер может сделать образ. Вместе с режиссером мы так придумали вот эти ходы. И, если честно вам сказать, неплохо, наверное, придумано. Не знаю. Я думаю, давайте поблагодарим нашего гостя за участие, за приезд в Санкт-Петербург, за участие в Дружинского кино. Фонарик, я вас не вижу. Плохо. Вот. Отлично. Спасибо большое вам, наши зрители, ради которых мы прямо заключили. Да, вот кто и то встретит. Привет, Грузии! Спасибо большое.